Спасибо, Арстан. Қайырлы құрметті көрермендер, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді бастаймыз. Осыдан жарты сағат бұрын Қазақстан Республикасының сауда және интеграция министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлының халықпен есептік кездесуі өтті. Ал дәл қазір бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері өздерінің сұрақтарын қоюға дайын. Бізбен байланыста Күлтегін Аспанұлы, Қазақ Таймс редакциясынан. Күлтегін, сіз сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Күлтегін бізбен байланыстан шығып кетіпті, сондықтан келесі журналистке көшек. Следующий вопрос задает Наубет Бисенов, Bloomberg News. Наубет, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, ваши вопросы. Господин министр, была информация, что американское правительство ведет расследование против поставщиков кремниевой продукции на американский рынок. Вот можете, пожалуйста, объяснить, насколько важна кремниевая промышленность во внешней торговле Казахстана и что казахское правительство собирается с этим делать? Спасибо. И у меня будет второй вопрос тоже. Спасибо большое за вопрос. Как я сегодня уже докладывался на отчетной встрече, для нас защита национальных интересов, как в целом экономики, так и наших предпринимателей, это краеугольное направление, и, конечно же, все направления важны. Несмотря на то, что это может быть большой объем, малый объем. Вот я докладывался в прошлом году, допустим, мы защитили вопросы по нашей титановой губке, по проезду, провозу нашего угля на территорию Украины и ряд других таких вопросов. И мы здесь активно, наше министерство участвует в переговорах. Я лично в прошлом году ездил в Соединенные Штаты, встречался с министром коммерции. Мы как раз затрагивали один из основных вопросов. Это защита интересов наших предпринимателей и создание условий для расширения торговли. Что касается кремния, действительно, мы 20 июля текущего года получили от Департамента коммерции США информацию о том, что по итогам рассмотрения заявлений американских компаний, кремниевых компаний, начато компенсационное расследование в отношении импортируемого кремния из Казахстана. Мы, конечно же, моментально включились в этот процесс. На сегодняшний день мы зарегистрировались в качестве заинтересованной стороны в расследовании. И сейчас проводится соответствующая работа по подготовке ответов на официальный вопросник, стандартный вопросник со стороны уполномоченных органов США. Это стандартная работа государственных органов. И здесь мы, конечно же, будем прилагать все усилия в качестве заинтересованной стороны по защите интересов наших предпринимателей. Если говорить о цене вопроса, то в целом в прошлом году мы экспортировали кремния порядка на 24 миллиона долларов, из которых 10 миллионов долларов, то есть приблизительно 40% были проданы в Соединенные Штаты Америки. В этом году в связи с тем, что у нас происходит снижение и изменяется мировой спрос, порядка 2 миллионов, из них 1 миллион в Соединенные Штаты США вот за полугодие было экспортировано. Поэтому на первый взгляд цена небольшая, но я еще раз хочу повторить, интересы каждого нашего предпринимателя и в целом национальные интересы – это главный вопрос работы нашего министерства. Наубет, у вас уточнение или следующий вопрос? Спасибо. Да, у меня следующий вопрос. Вот сейчас в обществе очень много обсуждается решение правительства. Например, было решение, чтобы носить маски, потом не носить маски. Вот сейчас показывать удостоверение при покупке табачных изделий, алкоголя, потом можно, приказ вышел. По закону нужно показывать, приказ вышел, что, оказывается, можно и не показывать. Вот я хочу спросить, что должны делать потребители и бизнесмены вот, в данном частном случае с покупкой табачных изделий. И вот второй подвопрос, вот это шарахание от решения, а потом отмена этого решения, почему правительство это делает? Оно боится, в связи с ростом социального напряжения, оно боится, я не знаю, на колени вот этого напряжения, или с чем это связано? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Никаких шараханий здесь нет. Здесь последовательная работа. Вы знаете, что в Кодекс о здоровье были внесены изменения, связанные с работой по влиянию на сокращение потребления алкоголя и табака, особенно несовершеннолетними. Поэтому эта норма появилась. Норма в Кодексе, она носит всегда любые изменения такого уровня в законодательные акты верхнего уровня, они носят общий характер. А далее подзаконные нормативные правовые акты, в том числе к которым относятся и постановления правительства, и приказы министерств, они носят уже разъясняющий или уточняющий характер. Поэтому после того, как вышел указ, мы провели работу по внесению изменений в наш приказ с тем, чтобы нашим подопечным, то есть в сфере торговли, продавцам разъяснить, как использовать эту норму, которая в кодексе прозвучала. Поэтому мы очень четко вчера, ну, в положенный срок были приняты изменения в наш приказ, регулирующий внутреннюю торговлю, и мы дали четкие разъяснения продавцам, что удостоверение принимать только в случае, когда есть сомнения в возрасте покупателя. Поэтому здесь вся работа последовательна и все соответствует требованиям законодательства. Спасибо за ответ. Наубет, последний вопрос. И получается, это не связано с грядущими выборами, там, тестированием социальных настроений? Ну, я думаю, я уже ответил вам на вопрос, что это наша работа разъяснять продавцам, как реализовывать требования кодекса. Спасибо. На очереди спасибо. Багдат Асылбек, Международное информационное агентство Фергана Ньюс. Багдат, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Хотел спросить, вот сегодня было озвучено в докладе, упомянули про договор с Ташкентом и говорилось о том, что товарооборот достигнет до 10 миллиардов долларов. Какие товары входят в этот товарооборот? Что именно Казахстан будет экспортировать, а что импортировать? Какие будут новые продукции, которых раньше не было в товарообороте двух стран? Извините, сначала вопрос. Багдат, повторите, пожалуйста, свой вопрос. А, не слышно, да? Да, не слышно было вначале. Ага. Касательно договора с Ташкентом и товарооборота, да. Какие товары войдут в товарооборот, что именно Казахстан будет экспортировать, а что импортировать, какие будут новые продукции, которых раньше не было в товарообороте двух стран? Угу. Спасибо. Да, мы говорим о том, что приграничная торговля и торговля с соседями – это самый быстрый способ восстановления экономической активности, и во все века так всегда было, особенно страны Центральной Азии. Это дружная большая семья, которая должна активно торговать. И такая задача конкретно поставлена во время встреч глав государств. И мы наблюдаем динамичное развитие до 5 миллиардов, и задача поставлена удвоить до 10 миллиардов. Понятно, что это будет задача не только перед государственными органами, но и перед нашими предпринимателями, которые сегодня также просят, имеют конкретные запросы по снижению барьеров, а их на самом деле существует немало. И наша работа наших государственных органов как раз в ходе таких переговоров, контактов, встреч и миссий, которые мы организуем совместно с нашими предпринимателями, расширять товарооборот. Что относится к новым направлениям торговли, это вот буквально во время встречи премьер-министров зимой текущего года договорились, нашли конкретные решения по кооперации в сфере автомобилестроения. Это новое направление. И сегодня Казахстан уже в кооперации с узбекскими автомобилестроителями сегодня обеспечивает не только сборку, но и реализацию уже на рынках Евразийского экономического союза, что выгодно обеим нашим странам. Ряд других направлений, это, конечно же, связано со строительными материалами. И ну, главное направление, это, конечно же, промышленная кооперация, о чем я выше сказал. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Чем в итоге завершились переговоры с Белоруссией по поставке нефти? Ранее сообщалось, что остался нерешенным вопрос транспортировки нефти. Лукашенко говорил, что Казахстан сможет поставлять нефть, если Россия согласится с этим.
Как решился этот вопрос и по какой цене и в каком объеме Казахстан будет продавать нефть Беларуси, если удастся договориться? По параметрам, наверное, нужно вам лучше этот вопрос задать министерству профильному. Здесь в целом хочу отметить, что мы предложили, дали конкретное предложение. Есть возможность покупать у наших товаропроизводителей. Но нефть, она на самом деле у нас реализуется самими товаропроизводителями. Поэтому я думаю, вам лучше у Министерства энергетики конкретные параметры спросить. И последний вопрос. Багдад. Хотел уточнить, пожалуйста. Вопросы касательно, которые входят в компетенцию Министерства торговли, здесь нет именно в этих соглашениях с Беларусью, которые остались нерешенными? Нет, здесь никаких проблем нет. Хорошо, спасибо. Последний вопрос. Вы в ходе доклада упомянули о том, что ваше министерство помогает возвращать стоимости авиабилетов вообще по теме турпоездок. Как именно помогает казахстанцам вернуть деньги за отмененные турпоездки за рубеж? Очень много обращений, вообще жалоб касательно того, что люди не могут вернуть деньги в южноазиатские страны по путевкам в Китай, Хайнань и так далее. Да, я уже говорил. Спасибо за вопрос. Мы организовали 3 серии исков на основе заявлений граждан. Вот Комитет по защите прав потребителей у нас работает по заявлениям, обращениям граждан. Я уже докладывал, что в прошлом году их было порядка 6 тысяч в ручном режиме обработаны. За первое полугодие текущего года порядок цифр такой же. И, конечно же, очень много было жалоб вот по возврату средств по отмененным авиарейсам в период пандемии. Этот вопрос также обострился. В результате мы сегодня по 990 нашим гражданам, порядка на 60 миллионов тенге, эти наши иски в судебные органы были удовлетворены, и соответствующая процессуальная работа сейчас, процедурная работа проводится. И есть еще порядка 300 обращений, по всем ним мы будем в таком же режиме работать и обеспечивать защиту прав наших потребителей. Багдад, уточнения будут? По каким направлениям? Да, удовлетворенные иски. Это по каким направлениям стран имеется? Я, наверное, цифры, статистику мы вам лучше предоставим через нашу пресс-службу. Я сейчас все направления, наверное, не смогу назвать, но информация есть, конечно же. Багдад, спасибо за вопрос. Ваш последний заданный вопрос будет предоставлен в пресс-службу Министерства торговли и интеграции, и вы получите ответ в ближайшее время. Также Мирим Смаил, Тенгри Ньюс, готова задать свои вопросы. Мирим, здравствуйте. Мирим, включите, пожалуйста, микрофон. Добрый день, Бахыт Ирлыханович. У меня уточнение по вопросу Наубета. Вы говорите, что приказ дополняет кодекс, но по сути формулировка требований в кодексе и в приказе, они конфликтуют друг с другом. То есть в кодексе говорится о требовании от каждого продавца просить предъявлять документ, и там указали, что если они не будут это делать, то им грозит административная ответственность. Хотела уточнить, почему такое произошло, то есть либо в кодексе неправильная формулировка, и вы вынуждены приказом ее уточнять, или вы не согласны с нормами кодекса и хотели внести ясность в этот вопрос? Ну, я, наверное, опять вынужден повторяться. Есть законодательство о нормативных правовых актах, есть иерархия. И понятно, что кодекс, он в любом случае выше, чем нормативные правовые акты. И приказы министерств несут две функции. Это уточнение и разъяснение. Мы эту свою функцию выполнили. Она прошла соответствующую юридическую экспертизу. И последовательность, я считаю, сохранена. И здесь все правильно принято решение. Подскажите, пожалуйста, уточнение по этому вопросу. Если продавец будет действовать согласно вашему приказу, могут ли его оштрафовать за нарушение нормы кодекса? Потому что если он у 30-летнего условно не спросит документов, могут ли его оштрафовать? Нет, если есть, мы же четко разъяснили нашим продавцам, если есть сомнения в возрасте, в этом случае он требует предъявления. И как в кодексе объяснено, отказывает в случае, если он удостоверился, что не соответствует возрасту.
То есть, если сомнений наказания не возникает... Наказания соответствующих не будет, да. Спасибо. Следующий вопрос. В докладе вы говорили о планах отменить КПН и ИПН для 13 казахстанских цифровых торговых платформ. Подскажите, пожалуйста, для других онлайн-магазинов будет такая норма? И если нет, то как быть тем, кто хочет все-таки тоже освободиться от налога? Не для 13, а для всех цифровых наших. Для развития электронной коммерции сегодня действует норма, когда... Условно, магазин может претендовать на льготу, если у него достигает оборот 90% в электронной коммерции, да, в общем его объеме товарооборота. Поэтому эта норма, она, я считаю, мы считаем, что это норма нужная, но для ускорения развития сектора электронной коммерции мы сейчас обсуждаем с финансово-экономическим блоком нашего правительства вопросы снижения этого порога. Но это еще обсуждаемый вопрос, поэтому это только инициатива пока. Следующий вопрос, Мейрам. И все, спасибо большое. Спасибо вам. Также у нас на очереди Куралай Аблгазина, Интерфакс, Казахстан. Куралай, пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день, коллеги. У меня три вопроса к господину Султанову. Первый вопрос. Прогнозируете ли вы падение товарооборота с Республикой Беларусь в этом году? И по каким причинам? Ну, прогнозы – это дело неблагодарное. И как раз роль Министерства торговли – снижать барьеры. И на площадке двухсторонней обсуждений и на площадке Евразийского экономического союза мы как раз и проводим вместе с нашими коллегами вопросы, реализуем вопросы снижения барьеров для наших предпринимателей. Ну, здесь факторов, влияющих на торговлю, как международную торговлю, то есть союза с третьими странами, так и внутри, очень много, и я говорил о том, что внутри региональная торговля, к сожалению, у нас показатели не такие хорошие, как хотелось бы. В Европейском Союзе внутренняя торговля внутри Союза превышает 60%, в странах НАФТА это более 40%. У нас, к сожалению, было порядка 14%, и вот в результате влияния пандемии эта цифра даже сократилась. Но, повторюсь, факторов очень будет много, но мы надеемся, что срывов, каких-то условий для срывов контрактов нет. Куралай, следующий вопрос. Второй вопрос. Сколько казахстанско-белорусских совместных предприятий работают в Республике Беларусь на данный момент? И как массовые забастовки на предприятиях Беларуси повлияли на их работу? Ну, давайте мы вам, наверное, отдельно предоставим. Я специально не готовился по Беларуси, сколько у нас совместных предприятий. Хорошо, тогда мы будем ждать от вас раскладки, информацию, которую вы готовите. Пожалуйста, телевизор, либо ноутбук, у нас смещение звуков. Пожалуйста, последний вопрос. Прошу прощения, коллеги, да. Третий вопрос. В своем докладе вы отметили, что 43 наших компаний уже торгуют на золотых аккаунтах Alibaba. Могли бы вы назвать самые крупные из них? Самый крупный я вам сейчас тоже, наверное, не назову. Я их поименно, наверное, это трудно запомнить все. Но информация, опять-таки, открытая. Мы вам предоставим, хорошо, через пресс-службу. Вот так, это специфичные вопросы вы задаете. Но в целом это товары народного потребления. И мы с Alibaba специально в прошлом году проводили работу. Для того, чтобы у нас был золотой аккаунт, нужно 100 отечественных компаний вывести на этот рынок. Из них мы 50 отобрали, из которых 43 уже начали торговать. Пока объемы, конечно же, небольшие, это товары народного потребления, но мы надеемся, что при доведении до золотого аккаунта это даст уже эффект масштаба. Спасибо, Бахтар Луханович. Хочу можно еще раз... уточняющий задать вопрос? Пожалуйста, последнее уточнение. Последнее уточнение вот по Alibaba. А есть ли какие-то прогнозы, сколько
на какую сумму наши отечественные производители могут продать свои товары вот в этом году через площадку Alibaba? Ну, я уже только что вам ответил, что на самом деле электронная торговля, она это как бы непаханное поле, и здесь возможности очень большие, и здесь трудно прогнозировать. На сегодняшний день, пока эти 43 компании начали торговать там на 20 миллионов тенге, но еще раз повторюсь, это зависит от набора продукции, порядка на 500 видов продуктов уже со стороны для этих компаний есть запросы, и только зависит от возможностей, объемов и так далее. Поэтому мы говорим, что если будет 100 уже, там эффект масштаба может ускорить эти объемы. Пока цифры я вам никак не смогу назвать. Бахтур Луханович, еще раз хочу поблагодарить вас за уделенное время, за предоставленную информацию. В завершении есть ли что дополнить? Нет, спасибо. Спасибо вам. Құрметті көрермен, осымен кезекті тікелей көрсетілімін стамам. Сағат 15.00-де праймериздің ашық және әділ өтуі туралы баспасөз мәслихаты болады. Ал мен эфирді әріптестеріме беремін. Эфирде келесі жүздескенше.